Мы продолжаем выпуск. Пенсионеры из Ненецкого округа в очередной раз доказали, что спорт возрасту не помеха. Наша команда вернулась из Чебоксар, где накануне прошла первая в истории страны спартакиада для пожилых людей. Соревновались участники в 6 видах спорта. Это плавание, стрельба, теннис, легкая атлетика, шахматы и комбинированная эстафета. Виды соревнований, конечно, подбирали так, чтобы не было больших проблем с пульсом и давлением. Но на эстафете тем, кому за 50, пришлось продемонстрировать настоящую волю к победе, что и показала наша сборная. Из более чем 50 команд мы стали 24-ми, попав в золотую середину. Результат хоть и скромный, но достойный, отмечают тренеры команды. Ведь для нас это первый опыт выступления на соревнованиях такого уровня. К следующей спартакиаде участники пообещали подготовиться получше. Они намерены войти в первую десятку, а там и до призовой тройки недалеко. Сегодня Союз пенсионеров планирует совместно с Советом пенсионеров по спорту планирует проведение таких мероприятий, приуроченных к 1 октября, к Дню пожилого человека, и, соответственно, уже весной, непосредственно перед такой спартакиадой.